Вот как раз тот самый момент, когда у Кромки оказывается Пако Химес. Это фол, который более того тянет на желтую. Но мяч у Реала. Можно эту атаку продолжать. Криштиану Роналду. Передача и удар Тони Кросса. 3-1. Вот так за одну минуту остало 3-1 в пользу мадридского Реала. Тони Кросс. Газон на Сантьяго Бернабеу. Кажется, что все-таки был чуть ближе к вратарю Лео Баптиста. Ну и дальше Роналду делает голевую передачу. Тони Кросс, между прочим, с приличной дистанции. Вот так вот низом. Ах, красота какая. Посылает мяч в угол ворот Кристиана Альвареса. Конечно, великолепное исполнение. Класс. Как будто в компьютерной...